Всем привет! Записываю видео. Значит, сегодня буду разбирать словарь, слова языка Interlingua Occidentale. Значит, есть один сайт. Ну, все старо, конечно, как мир. Тем не менее, сайт называется interlingua.narod.ru. И здесь один человечек, я даже его немножко знаю, кто это. Раньше он вот этот язык как бы переводил, ну, как бы слова-то у нас европейские все, чисто западноевропейские, поэтому тут кое-что переведено. Не все, конечно, идеально, но надо бы, конечно, просто нету времени, и одному это все делать как бы тоже не очень в кайф. Все заняться бы, вот составить словарик, потому что слова-то легкие на самом деле, это же европейские у нас слова, интерлингва, европейский язык. Вот такой вот словарик здесь есть онлайн, да, в формате HTML. Можно, вот они по буковкам, отсортированные слова, да. А или от, к для упри, а также вот тут вот показано адвенир, адвенир приходить, ап. Move for the rect via, да? У от прочь в сторону вниз. Abandonar покидать, оставлять, предавать. Ну это понятно. Abat, abat. Тут все просто. Abdicar отрекаться. Ну в зависимости от контекста, да, отказываться. Abdomin, abdomin живот брюха. Объед сосна ель. Abyss пропасть, пропасть, абис, объект, объект. Ну тут как бы при чтении можно читать на английском манере G, объект, а можно на французский объект. В принципе, более гибкий язык по произношению. Жалкий, презренный, низкий. Аболир, аболире, аболирцион, аболирцион. Отменять, упразднять, уничтожать. Аболир. Абоминар ненавидеть. Абонармент подписываться. Да. Абонамент, да. Абонармент. Но я не ручаюсь, что он здесь правильно сделал, потому что это очень старое. Старый сайт. И на русском вообще нету информации. Ну, просто как бы считается, что все и так понятно, да, в кавычках. Но тем не менее, все равно надо поразживать и для русскоязычного зрителя, да. Вот как это все, по крайней мере, как читается. Абояр. Абояреро. Абояреро. Специи декан. Шасатори, ну вот собака лает, да? Лает. Бояр. Абрикот, абрикос, абрагар, отменять, аннулировать, упразднять, секунда, обычаи какие-то тут у него в кавычках написано. Абсцесс, абсцесс, гнойник, нормальный, ну. Абсентар, абсентия, отсутствующий. Абстинер, абстинернт, абстерни, абстерни. Тернее, воздерживаться. Абсурд, абсурдита, абундар. А вот тут не надо ли поставить у нас ударение? Может быть, у него просто нету, не было под рукой вот этого вот активного ударения. Абсурдита, возможно. Ну, не знаю я точно. Акация, академия. Акцелерар. Вот я не понимаю, зачем. Ну, как бы получается у нас в языке 2x. Потому что 2k, вот это вот 2c, 2k, это у нас тоже как x. Ну, при чтении, да? И поэтому у нас акцелерар получается, ускорять. Акценту, ударение, акцент. Вот и на русском тоже также переводится 2, 2k, 2c.
акцент, акцент, акценту, акцентар, акценту. Правильно. Акцептера. Принимать. Акцесс. Получить доступ. Ну, в зависимости, какой суффикс мы поставим. Акцендер. Случаться. Акцвамар, что ли, у нас получится? Акцвамар, это да, шумно, акцвамар. Акцвамар. Ну, я не думаю, что здесь нужна вот эта вот вторая карта. Что-то не так. Аккорд, он просто как аккорд. Вот. Акэры. Акэр, пресский жесткий. Акэт, укус. Ацит. Вот тут у нас читается как С, потому что И после стоит. И у нас как бы принято... Понимаете, интерлингва акцентали это как бы более усовремененная, модернизированная латынь. Только не такая, как вот в сторону модернизированного, в сторону там этого польского эсперанто, а как бы в сторону западной латыни, да, на французский каталанский манер. Поэтому ацит нас кисвый. Аккомпаниар, провожать, сопровождать. Аконит. Акуисит. Вот это вот приобретать. Да, вот это вот сложно. Я не знаю, как здесь правильно прочитать. Ладно, оставим это. Акры, едкий. Хроматик. Хроматический. И, кстати, на русском очень много где К, да, где Т. В западных языках у нас очень много переводится как Х. Хастай. Хроматик. Ахроматический. Почему вы почему не ахроматический у нас, да? Например. Ну, это как бы вот так уж получилась история. Актер дуйствовать. Почему дуйствовать? Актер. 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 Действовать. Действовать имеется в виду. Актер, да, все понял. Актер, действовать. Актуальный случай, действительно, все правильно. Акустический. Акут, острый, резкий, акут. Ну, а, конечно, бы все это попереписать правильно. Более современный вид это все привести. Но нет времени у меня как бы на все. И язык катава, и все еще есть. Адмирар. Удивляться, любоваться. Адмирар. Адмирал, адмир, адмирал. А, адмирар. Удивляться, да, все правильно. Так и есть. Аджутант. Ну, я читаю как аджутант, кто-то прочитает как аджутант. 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 А, ну тут так и будет все равно. Что я говорю-то? Здесь все равно будет же. Д же стоит. Зачем нам джи? Аджутант, что ли, у нас будет? Адрес. Адурар обожать. Это Афини. Сходный, близкий. Афини. Аффикс. Вот так вот аффикс пишется, да? С двумя F, как и у нас. У нас просто взяли и скопировали слово. У нас очень много из грамматики, из всего такого, связанного со словообразованием, скопировано же было в наш язык. А наш язык это такой склеечный язык. Ну, про язык, про русский я в следующем видео, если будет время, расскажу. Ажер. Гее читается как же.
На английском H, да, H. А на французский манер G. Аже. Аже. Ажер. Ажер. Хлопать, действовать. Действовать. Почему действовать? Вот. Не надо здесь всем доверять словам, что вот он перевел. Просто как бы вы должны понимать, что, ну, примерно вот такое, да, здесь перевод. Но это, опять же, это не стопроцентный такой вот, за который я бы ручался. Агитировать, агитар. Агнель. Не знаю, не знаю, как КН в этом языке, но, по-моему, не превращается это в мягкий знак. По идее, это должно быть читаться как АЛ. 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 Ну, не знаю. Пусть будет Агнель здесь. Агнель. Ягненок, Агнец, да? Агнель. Агре. Агре-поле. Агре-обиль. Приятный. Агре. Агре-обиль, да. Агре-обиль. Агуля. Агулия. Так. Ажурнар. Алабастре. Авармар. Алармар, бить тревогу, да. Ну это как можно, это мы слова уже слышали. В играх там, во всяких, еще где-то. Альберг. Постоялый двор. Альберг, постоялый двор. Интересно. Альбум. Алькали, щелочь. Алхимия. Ну, вы также можете прочитать и алхимия, алхимия, алхимия. Как бы это не суть прямо важно. Просто в классической латыни у нас ЦХ будет считаться как Х, да, поэтому алхимия. Алк-лось, алкоголь, вот. Алкоголь. Алкоголь, спирт этиловый. Алков. Алков. Углубление. Але. Крыло. Аллегри живой. Веселый. Ну да, все правильно. Ален. Шива. Ален. Шива. Алье. Чеснок. Да. На итальянском похожее слово. Алерт, тревога, сигнал. Алерт, ну понятно. Вот, дальше, дальше. Можно посмотреть. Анкры. Анкры. Анциан. Анцианита. Анциан. Ну, я думаю, что здесь вот стоит, вот все равно. Здесь и та, здесь должен стоять ударение в этом языке. Старинный, древний. Так, ладненько, посмотрели на А, что у нас есть. Ну, вы поняли, что инфинитив глагола у нас R. Это здесь четко показано. Также есть суффиксы. Это у нас классический суффиксный язык. Поэтому здесь все как и в эсперанто. Только более так все. Более плавно, более классический. Более плавный, более классический подход. Не такой радикально польский. Ну, вы сами все понимаете, кто-то меня смотрит, и вы сами понимаете, чем я занимаюсь. Бас низкий, бассейн, 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 баста, бастард, ублюдок, выродок, правильно, бастион, бастон, бастон, палка, бастон, батисты, батер, бить,
Бавы, слюна, байонетты, байонетты, штык, базар, биат, божий биат. Не знаю, у него здесь тоже звездочка стоит. Типа он тоже не особо понимает. Правильно он написал. Может быть, биатты тогда. Бебе. Бебе ребенок, да. Бесар целовать. Бицикл. Бицикл. Ну, це можно, если вы устали, например, от С, можно ее немножко так сместить в сторону С. Бисикл. Почему бы нет? Это не суть важно. Бицикл или бисикл. Так читать. Бир, ну это понятно. Бис. Бисквит. Бис. Бисквит. Не могу понять логику написания Q и К вот это вот. Потому что, по идее, у нас же после стоит У, значит, должен вот писаться вот это вот Ку, Ква, вот это вот Ку, Ку. Но я пока не понимаю логику вот образования вот таких вот слов. Бизар. Буамар, порицать, бланк белый. Буасфемар, богохульствовать. Блад, таракан, бленд, смесь, блок, блонд, блю, блюзы, боа, бокц? Не, это, наверное, бок. Не знаю. Должен быть рот. Бон добрый, хороший, бон-бон конфета, бонна. Буракс. Буря, борт, борг, местечко, борс, кошелек, боссы. Ботаник, ботаника, ботаникист, ботанический. Бурдон, бурдон шмель, буркен. Бутик. Бутры, ну да. Так и есть. Бутер, масло это у нас сливочное, да, правильно. Букс, коробка. Кафе. А, ну это у него удаление такие. Ну все, я так и понял. Каламита, вот, каламита, беда, бедствие, несчастье. Калькар, калькировать, калькуль, счет, калькуль. Камарадо, товарищ. Камера. Она таки пишется, в принципе, без изменений. Канон. Пушка, да. Кантар петь. Капацита. Емкий. Капацита. Кап у нас. Мыс, голова. Капацита емкий. Капелла. Ну нет, это не всегда читается как КЦ, потому что эклесия, но это 100% эклесия. Миним эклесия, капелла, маленькая церковь, церквушка, капелле. Вот, значит, так посмотрели, капар срубать. Характеры, характер, характеры, да. Кар, дорогой у нас, кар.
Казарная, казарма, казино. Кастаны? Нет. Кастаны имеется в виду. Каштан. Ну, кастаны, да. Такие есть. В общем, надо здесь переписывать, по идее, бы все. Понять несколько вещей, которые я сам до конца не понял. Не, ну, но то, что здесь варьируется произношение, это понятно. И это плюс этого языка. Он от этого не становится немножко таким пресным, что ли, прогнозируемым, да, из-за того, что у нас здесь, во-первых, ударение может падать как на первый слог, на срединный и на последний слог. Это плюс, это огромный плюс этого языка. То есть он немножко такой играющий язык. Играющие языки, да? И не такой четко разделенный вот именно так и так и так, как вот эсперанто у нас. В этом его плюс. Но минус, опять же, и вытекает из этого, что здесь надо немножко подучивать произношение слов. Как читать вот эти вот 2К или 2С, в каких случаях, да? Как читать CH. Вот, и другие вещи, которые не сразу понятны. То есть, если, например, вход в эсперанто сразу понятен, да, вот который человеку, который пришел со стороны, вот увидел, услышал про эсперанто, он понять не в начале. Но потом этот язык становится в конце немножко таким скучным. То тут же наоборот, здесь в начале немножко сложно, потому что здесь более традиционный подход. Но зато потом становится интересно его изучать. Ну, по крайней мере, не изучать, но так вот, интересоваться. Компликар, усложнять, да. Комплекс, комплекс. Комплимент. Компрар, покупать. Comprender, понимать, comprender. Компромиссер, компромиссер. Фарун компромиссе, фарун компромиссе, компромиссер. Идти на компромисс. Вот, значит, ладненько. Значит, на этом закончу я это видео. Вот. Язык прикольный, интересный. Современная латынь, более классический подход в словах, ну, более приятный звук. Вот. Если коротко про этот язык, Interlingua Occidental. Все, всем пока.